целом настрой, вот в Амурской области, я скажу, хороший настрой у ребят. И если там 10-15 лет какой-то пацифизм, допустим, просматривался, и негативное отношение вообще было к службе, то сейчас кардинально все изменилось. Это связано с многими факторами. Это, во-первых, и то, что престиж армии сейчас прямо увеличивается очень серьезно. И меры, принимаемые правительством, Министерством обороны для того, чтобы служба в армии, значит, была действительно престижной, и молодые ребята это понимают, видят.